Всем привет! Вы на канале «Жизнь с цветами и без». Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, вот такая у нас погодка. Это Туапсинский район, поселок Новомихайловский. Ну, дождик идет, но все равно еще относительно тепло. Так, сколько сейчас у нас там времени? Когда оно? 15 минут второго. У нас 16 градусов тепла. Да мокни, зануда! Окно у меня открыто. Настежь. И на балконе у меня... Сейчас покажу. При открытом окне 19,5 и 77% влажности. Что вам сказать, ребята? Что вот это та сегодня вам показывает свое видео, которая говорила, что, ребята, все, до Нового года ни одного цветочка я покупать не буду. Хотя бы до Нового года продержаться надо. Но у меня же день рождения 2 декабря. Я 65-го года рождения прошлого века. И мне мои подружайки звонят и говорят: «Свет, ты уже все скупила цветы? Или у тебя есть еще хотелочки?» Я такая: «Вана, есть хотелочки». Они говорят: «Ну ты себе найди какой-нибудь цветочек, а мы тебе его оплатим». Так что не виновата я. Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники! Нет, оно, конечно, можно было бы какой-то другой себе подарок любимой заказать, придумать, либо сказать, что давайте деньги, я что-нибудь другое себе куплю. Кстати, я так всегда делаю, потому что, ну, не надо мне подарки дарить, у меня уже все есть в моем возрасте. А денежку я бы потратила там, ну, может быть, что-то. И цветок новый купить, и для цветов что-то купить. Ну, я не знаю, или на путешествие отложить, или на вкусняшки. Ну нет, я хочу еще один цветочек. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Хочешь как хочешь, а маловато. Маловато, говорю. Маловато будет. Маловато. Ну и что? Сказано, сделано. Куда я обращаюсь в первую очередь? Как вы думаете? Правильно. На канал Марина и мои цветочные друзья. Посмотрела последнюю выставку у Марины. Марина, передаю тебе большой и пламенный привет. Успослала, так послала. Нашла себе шикарный спатифилум, связалась с продавцом этого цветочка. Кстати, вот кто новички мои на канале, подписывайтесь на канал Марина и мои цветочные друзья. Марина и сама на выставках цветов в Краснодарском крае торгует цветами и делает обзоры. Причем эти обзоры чем цены, что она показывает цену сразу цветка и дает координаты, то есть либо социальные сети, либо номер телефона продавцов этих цветов. Очень нужная вещь. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в этой коробке. Самое интересное, что я в легком шоке пребываю. Эта посылка пришла мне со станицы Атаманской Краснодарского края. Ну, я думаю, это далековато от меня. Прям далековато. И пришла она за 2 дня. Почта России удивила. Прям удивила. Посылка большая, как вы заметили. Я вот замерила коробку. 70 сантиметров. Ух, какая. И мне понравилось. У вас все дома? А? Ну и ладно. Что она упакована вот в пленочку. У нас же сейчас дожди.
Так что все с ней, я думаю, отлично. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ребята, вот я его освободила полностью от упаковки. Грунтик чуть-чуть влажненький, но ни один листочек не сломан. Все дошло шикарно, все красиво, обалденно. Хочу сказать, что я его до весны трогать не буду. Не пересаживать, не разделять, ничего не буду. Смотрите, листочки у него как гофрированные. Вот сказано, мысль материальна. Я такие цветы видела на Ютубе, ну и вообще на просторах интернета. Но как-то я думала, что это так сложно его найти. А мысль материальна. Класс, да? В общем, не буду я с ним до весны ничего делать. Пусть сидит и адаптируется. Вот у меня есть кашпо. Такое вот. У меня все такие кашпо. Либо такие, либо беленькие. Я его туда поставлю. И вот так это будет выглядеть. Красиво! Душевно! Это куст огромный. Без пересылки. Пересылку я не считаю. Этот куст 2000. Ну, чтобы посмотрели вы в своих регионах почем. Ну, куст действительно огромный. И в нем я там насчитала несколько деточек. 4 как минимум есть детки. Знаете, о чем я подумала? Ну, раз уж у меня день рождения, да? Но все равно все будут спрашивать, что тебе купить. И я всегда спрашиваю. Это у меня еще от мужа повелось. У меня муж всегда говорил, лучший подарок – это конвертик с деньгами. Я сначала сопротивлялась, всегда мне хотелось от мужа что-то неожиданного, какого-то сюрприза. Ну, он пытался мне сюрпризы сделать, но я, мадам вредная, мне очень сложно, как говорится, угодить. А конвертик, он и есть конвертик. Короче, я решила, что если мне, а мне подарят конвертики с деньгами,
Либо я кое-кому в наглую прям намекну еще на один цветочек. Пусть покупают, если не смогут найти, я сама найду. Да, ребята, еще вопрос. Продавец не знает название этого цветка. Она его, когда заказывала, он голландский этот цветок, под одним названием. Но когда он к ней пришел, она поняла, что это совсем другое название. Так что знатоки спатифилума, пожалуйста, название этого цветочка. Может быть, кто-то знает. Ну, во всяком случае, решим большинством голосов. Кто больше одинаковых названий даст, так этот цветочек и будет называться. А на день рождения я точно закажу себе еще один цветочек. Ой, руки твои загребущие! Я в восторге от этого спатифилума. Красота неимоверная. Очень, очень классный цветок. Правда же? Кто тут? Кто тут, к примеру, в царе крайний? Никого? Так я первый буду! Ну что, ребята, на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что все будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю, потому что по-другому просто быть не может. Неужели на том и конец? Конец, конец. Концы будут.